Ребят, всем привет! Смотрим, как выглядит изнутри корпус от Trilobite T3. Пожалуйста, посмотрите, тут три вертушки и плюсом еще вот так вот все это у нас выглядит. Посмотрите, какая красота вот так вот выглядит. И причем, посмотрите, интересно, кажется, будто бы кулер стоит, да, на месте. Ну, кстати, вот сейчас видно, да, что он уже не стоит. А вот здесь вот, кажется, будто бы он стоит. Интересные такие спецэффекты нам, да, делает обман изображение. Ребят, как вам корпус? Пишите в комментариях.